Работа на любой вкус. В Одессе впервые провели День карьеры ЕС, в рамках которого студенты ознакомились с предложениями на рынке труда. Также для них провели несколько тренингов и презентацию. Больше о вакансиях на европейском рынке знает наш корреспондент Александр Тарасенко. На базе Одесского национального экономического университета проводят так называемые европейские студии. Там студенты получают знания об организации политической и экономической жизни ЕС. Сейчас решили провести День карьеры ЕС, чтобы ознакомить одесситов с востребованными вакансиями и современным пониманием карьеры как таковой. В нашем университете функционирует информационный центр Евросоюза. Что это за центр? Мы получаем информацию с Евросоюза, прямо с Брюсселя, о всех тех или иных формах жизни, новых актах, новых нормативных документах. У нас специально есть подразделение, есть люди, которые этим занимаются. И все, кто интересуется жизнью Евросоюза, могут получить информацию в нашем университете. Сегодня мы являемся частью уникального события для Одессы. Это День карьеры ЕС. Это не просто про вакансии, это про карьерные возможности для молодежи Одессы и нашего региона. Это мероприятие призвано проинформировать молодежь не только о том, где найти работу, как найти работу, дать информацию о самых продвинутых работодателях. Студенты говорят, им интересно изучать предложения европейского рынка и требования заграничного работодателя. Это очень актуально для студентов, потому что многие компании, многие студенты, которые ищут работу, они ищут с помощью определенных сайтов типа Work и тому подобное, но некоторые вакансии там не представлены. И поэтому, когда университет помогает найти студенту работу, это очень актуально, потому что он может выбрать, он может увидеть, какой есть спектр выбора в данный момент времени. Дни карьеры ЕС – это не только рабочие вакансии, но и интересные образовательные программы. Сейчас проект действует в 15 городах Украины. Организаторы говорят, подход к каждому региону индивидуальный, в зависимости от потребностей молодежи. Александр Тарасенко, Евгений Ячменцев, 7 канал.